на канале «Страсти по насекомым», и я продолжу обозревать насекомых Беларуси. В кадре листоед асклепиевый. Длина тела 8-10 мм. Жуки встречаются в пойменных биотопах на ватышнике и ластовне, питаясь листьями. На корнях этих растений питаются личинки данного вида. Насекомое включено в Красную книгу Беларуси, третья категория. Является редко встречающимся локальным видом. И действительно, я наблюдаю этого листоеда исключительно в этом небольшом месте около реки. Жук похож на колорадского, так как в массовом количестве сидит на кормовом растении и объедает его. Во время съемок данного материала я такой массовости не наблюдала, но в прошлом сезоне делала фотокадры растений, облепленных этими синими листоедами. При возникновении опасности жук, подобно другим листоедам, складывает лапки и падает с растительности, притворяясь мертвым. Еще одной реакцией на беспокойство является выделение защитного секрета из желез на груди и над крыльях. А на этом все. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал и другие соцсети. Ссылки в описании к видео.